В Одессе из-за протестов отменили концерт певицы Светланы Лободы. Собравшиеся требовали выгнать артистку из страны и лишить ее украинского гражданства. Протестующие недовольны тем, что певица с украинским паспортом живет и выступает в России. Сам концерт Лободы должен был пройти в ночном клубе Одессы, но неизвестные бросили в толпу петарды и дымовые шашки. Начались столкновения с полицией. Певица назвала произошедшее провокацией.